Блин, а мне хочется что-то построить, но я не... Так, а не в моей команде Гул'дан, да? Твоей, твоей. Твоей. О. А когда открывается слот первый? Там, по-моему, после 1000 голды. Да, давай я возьму имбу впервые. А то я знаю, ну, тебя, хорошо. Гул'дан, ты, у тебя уже руки тянутся. Чё-то кекс фидит. Чё за 3-2-2 тут у нас на линии? Не, у тебя 10 голды украл уже. Так я у тебя сейчас вот всё украду 12. Нафиг. В чём дело? Ищи. Что тебя беспокоит? Постройка завершена. Так, о, слот открылся, найс. Ну у нас игра-то френдли, да, кекс? Посмотрим. Посмотрим. Я видел это. Так. Че, у кого сильные юниты? Признавайтесь. Ну такое. Не, ну кекс, ты построил чуваков, которые только против Сидж. А, че я сейчас ускорил? Ну ладно. Они только против Сидж что-то могут. Друзья, нам нужны люди для создания большого количества шортсов. Так что если у вас много свободного времени и при этом есть желание учиться чему-то новому и несложному и зарабатывать какие-то деньги с этого, то оставляйте заявку в форме по ссылке в описании. Что у меня это количество голды уменьшается, а не увеличивается. Мне это не очень нравится. Интересно, почему? Если бы оно так увеличивалось, было бы странно. Ну а что уменьшалось? Не, ну это... я не за постройку. Когда я строю, ладно, можете уменьшать. Я согласен. Какую-то... Ого! А что за имбу какую-то взял? Наш товарищ Гул'дан. Да я ее первый раз взял попробовать. Интересно, то есть получается стан на 0,1 секунду с каждой атакой. Я теперь продаю юнитов. В принципе, я окупаю деньги с райдеров. То есть они у меня воруют, а я их продаю. Баланс какой-никакой. Замедление какое-то пошло, алло. Так, а чё, когда здоровье существа становится ниже, впадает в безумие. Шанс крита на 100% на 3 секунды. Мне это нравится. Что случилось? Главное виспов строить. Остальное фигня. Кекс, как у тебя, зачем у тебя на пол клетки юниты отодвинуты? Что тебя беспокоит? Это тактика. Секретная, походу, слишком секретная. Да. Вот оно что. Так. Ну все, сейчас я тогда сделаю еще одного, и все будет прям это. А я смотри, я хотел черепаху построить. А ты меня опередил, ты построил чуваков с сидж-атакой. То есть ты на шаг впереди, получается. Блин, ну продажа вообще прикольная штука, конечно. Да. Ну, вообще, бой я бы кое-что другое назвал, ну ладно. Да, это, Гул'дан, хватит, мы еще к твоим прошлым имбам не особо привыкли. Ты уже следующий тут. Так, смотрим, насколько кекс френдли. Два виспа всего, алло. Это разве френдли? Да, для меня достаточно френдли. А продажу можно грейдить? Или нет? Ну, там один грейд на минус кулдаун. А, во, вижу. Да, найс. Найс штука. Да, тебя никто не слышал. Вижу. Ну вот. Мы теряем корика. Так, ща вот так вот. Ну да, наверное, режим рации не работает почему-то. Вот сейчас работает. Да, вот сейчас слышно. Ну, потому что я развернул Дискорд. Развернул, молодец. Так, а я продал магичку. О, так сейчас у меня юниты придут, и просто там халявный портал. Что-то я не понял. Кекс, мы когда, по-моему, не на запись играли? Ты меня разносил. А на запись ты такой, ну, сжались на ним, да? В смысле, когда это мы не на запись играем? Ну, не то, что не на запись, там что-то вылетело или что-то еще.
А, так я понял, просто у меня не пошло, да? И я такой, ну... Ну что ж, поддаваться. Спасибо, спасибо. Я как дедушка с тобой, видишь? Как дедушка? Как в шахматы, знаешь, он всегда непобедимый. Да. Да, я помню, этот, на даче у нас какой-то родственник там дальний со своим племянником играл в настольный теннис, и он хорошо играет, и он, ну, типа, просто его 21-0 обыгрывал каждый раз. И тот такой, нет, ну чё, вообще вот смысл, если ты хорошо играешь во что-то с ребенком, даже если ты не дедушка, все равно стоит поддаться. В чем дело? Мне кажется. Кстати, Миша, у тебя морские гиганты что ли отхиливаются, или мне показалось? Да. А я думаю, вроде убил, а он опять отхилился. А как вам звук Корика? Не кажется, что он Корик? Ну, да, это может, очень. Кстати, моя фамилия. Ну да. Да хоть отчество, главное, чтобы звук нормальный был. Что тебя беспокоит? Текс. Это посложнее. Давай этот в следующий раз, когда ворвешься, когда чуть с Тусворсом пошаманите, пожалуйста. Так, все, что, надо что-то делать мощное. Бегом. Потому что Кекс совсем не френдли, у него два виспа всего. Он явно что-то замыслил плохое. Нужно еще виспо построить. У меня вот виспов много. В лейте все будет хорошо. Не хватает золота. Да, да. Земля дает мне силу. Я уже еле-еле дерусь с ним. Сейчас как проиграю еще. Как проиграешь? Да нет, невозможно. Блин, еще и воруют постоянно. А, у меня там есть секунда, когда дается золото, а ты еще не спер. То есть я теоретически могу... успеть. А кто не знает, если улучшить спелл, то КД пропадает его или нет? Да, по-моему, нет. По-моему, нет, да. То есть так же КД идет. Ну, то есть нельзя поабузить. Нельзя поабузить, отстой. Так, ну сейчас я надеюсь, смогу неприятно удивить Кекса. Ты готов к неприятному удивлению? Что тебя беспокоит? На... Всегда готов. Мне бы танк какой-то, ну. Так, 6000 value грейд. А, ну пока 1800 value, то есть в целом не скоро. Че, удивляешься неприятно? О нет. О нет. На нас напали. Так, накладывается. Угу. Вот это прикольный челик, но, блин, дорого. Давайте вот так сделаем, так. Нормас. Что тебя беспокоит? Текс. О, мейджик товарища. Все вроде окей. За каждый недостающий здоровья ураган наносит дополнительный урон. Ух ты. Если на базе нечетное число душ этого существа. Ого. О, я какую-то имбу построил. 30 хп в секунду регенерация. Жесть. Хм. Можно чисто ими играть через реген. Но только главное, чтобы было нечетное количество, если ты хочешь их сделать как. Что случилось? Так. Что-то надо дело? Ускорить. Мать земля, помоги мне. Ну что, Кекс, как ты оцениваешь свои шансы на успех? Достаточно высокими. Наивный. Значит, голем жирный писец. 1900 хп. А, блин, так он дальний, этот челик. А, блин, лучше бы голема уже продал. Он за него-то больше денег. Ну ладно.
Текс. А что там на других линиях-то вообще происходит? Да нормально все. А что-то у Корика какие-то пауканы. А, Корик Меджабулю пушит, да? Это пока. А потом будет успех? А потом я поставлю камень. Ну, он также продолжит пушить, не? Ну, уже с камнем. Уже не так сильно, окей. Так, а если четное, 30% шанс... А, 30. Ну, раз я его построил сзади, то имеет смысл построить еще одного, видимо. Так, дерево, дайте дерево. Имеет, наверное, смысл построить еще одного, чтобы он хотя бы дамажил, потому что 30 хп регена сейчас нафиг не вперлось мне. Так, и кого-то продать бы. Так, все, наконец. Просто Корик не френдли. Не френдли? У него НКОМ всего 3. Корик, да. Ты че? Мы тебя позвали, чтобы ты тут не френдли был. Оп. Блин, вот всегда хочется голема продать, но с другой стороны, пока вражеский этот бугай там скорость атаки себе ускоряет, хочется его бахнуть. Тыкс. Не успел, блин, чуть-чуть не успел. Блин, я трех ускорил, а велишников не ускорил, такое себе. Икс. Че, у кого больше всего грейдов? У меня и у Гул'дана. Гул'дан? А Гул'дан не выигрывает? Вы че? Ну Туз так, туда-сюда. Я пытаюсь как-то потеть. С ним даже Тигдач с трудом справляется. Ну это пока, он тут уже начал камбэкать. Mm-hmm. Он тут уже какую-то имбу всякую наделал. Так, 20% шанс крита. Да по-любому сейчас он, да, какую-нибудь имбу найдет. Он такой. Ну, тут просто, типа, у тебя машина, которая минус инком дает, а у меня алхимик, который плюс инком дает. Ну, она дает минус инком, когда она не грейженная. Грейженная она уже не штрафует тебя по бокам. Ну, да. Поэтому... Ну, просто как суть. Поэтому я уже давно денег не теряю. Что там, надо до 4000 достроить? А ворон, он, по-моему, улучшается во что-то прикольное, да? В химеру. Химеру, да. Так, осадный или магия? Магия 500 стоит, ё-моё. Ну, по факту, ворон это самый сильный лейт юнит. Ну, а сейчас можно сказать, что лейт? Ну, не особо, но все равно сильный относительно. Блин, ну получается, в теории, если первые юниты были сиджовыми, я могу все-таки строить черепаху. Не хватает. Что случилось? О, все, ура. Что тебя беспокоит? Вижу. Так, надо еще одного Ватерлема долбануть. Что случилось? Для того, чтобы было так спит у них. Тук-тук-тук. Надо успеть. О, сорокет за голема дают, кайф. 40 это приятно. Так, тогда сделаем одного элема. Не знаю, нужен ли он мне, если честно. Ну уж сделаю, чё. Ой, я не то. В чем дело? До ворона построил почему-то. Нужно больше золота. Не хватает дерева. Не хватает золота. Земля дает мне силы. Икс. Ну что, у меня уже химера есть. По сути ж юнитов много. И химера должна быть хороша. Наверное. Ну у этой химеры у нее ж сплэш получается. То есть она не мультишотит и поэтому не такая клевая. Окей. Так, что там? А, теперь Меджабуля? Да, я говорю, это все временное. Ты даже камень не построил, нифига, и тащишь. Я подумал, ну нафиг, и кинул его в речку.
Окей. Так, делаем вот этого челика. Непонятно, нужен он, нет, но сделаем. Не хватает денег все равно, ну ладно. Я он, между прочим, третий грейд сделал. Я самый френдли. Френдли. Молодец, молодец. В этом чатике. Блин, ну получается, химеры не супер клевые. То есть, ну, на таком этапе, если они с плышом бьют, то здесь юнитов пока не так много толпится. Икс. Надо еще, получается, сделать аурного, наверное, товарища. Уже достаточно юнитов для того, чтобы ауру аурить. О, 40 голды. Кайф. Тогда сейчас сделаю аурного челика. И еще одного аурного челика. Здесь вот. Что все молчат, потеют, алло. Так скажите, да, о своих успехах. Мы же в Знобар играем. Ящерицы. Это все ящерицы. Какие ящерицы? Видимо, те самые. Да. Я понимал, если бы мы в Эвик сыграли. Там-то, конечно, обстановка к беседам не очень располагает. Но тут-то что? Обстановка по кайфу. Слушайте, у меня какой-то толстосум вышел. А Корик в итоге кто? Камень поставил. Да, это из камня грейженный юнит. То есть, получается, ты наоборот Корика заставил камень сделать? Да. Ничего себе. Видимо, он из реки выловил его как-то. И вернул. Что тебя беспокоит? Окей, так, что вот этого делаем, товарища? И делаем танк какой-нибудь. Не, ладно, чуть подальше пока сделаем. Я помню, кстати, какой-то челик недоволен расстановкой под абсолютно каждым видео по The War. Надеюсь, этот перекличка его произойдет в этом видосе. Можно сказать, видос посвящается недовольному челику. Блин, големы такие жирные, ты чё их строишь и строишь? А они жирные и жирные. Не жирнее, ты жирнее с каждым големом. Да. Вперед. Так, это пока еще не доступно. Толстосум-то это богатый. 16 голды приносит. Вообще лютый. Да он просто там в радиусе 700, по-моему, все награды за убийство x50%. Дополнительные 50% золота за убийство. Нифига. В радиусе 50? То есть совсем рядом с ним получается? Не-не-не, в радиусе 700 плюс 50%. Офигеть. То есть по факту на всю линию. Все, мне хороший. Надо начать фидить. Кекс, соберись. Пуш меня, я построю камень. И сделаю толстосума. Надо еще алхимика выловить. А, я помню, кстати, я строил алхимика с камнем. И что-то. А, так я, получается, его уже делал, но даже как-то не оценил все его крутости. В чем дело? Так, о, можно улучшить вот эту штуку продажную. Продажную штуку. Да. Блин, а надо... Так, ну-ка. О, нифига, голем жирный. Я думал, что у него мало хп, а на самом деле... Да ёпрсты, давай уже. Уть, успел. Так, все. Надо еще какие-нибудь ауры купить. Я что-то вообще ничего не покупал особо. Ой, что-то нас там это убивают. Не надо. А это потому что Корик Межабулю пушит с камнем-то, толстосумом своим. Я не добил голема! Да как так, блин, голем настолько жирный. У них все этот, что ли, стакается хп или что? Почему такое? Признавайся, Кекс. Кекс, почему все больше и больше, как будто хп у этих големов гадских?
Я тебе 5 минут назад сказал, что чем больше душ, тем больше хп у них. А почему я не слышал тебя? Ты бы сказал так, чтобы я услышал? Да. А за Химеру 48 дают голды. Я пытаюсь героя выцелить. А Химера... Так а Химера, она заходит в портал. Что тебе Химера-то? Не хватает дерева. Голда. Так, не, этих нет смысла ускорять. Так, вот этого имеет смысл ускорить. Точнее, улучшить. Корик обещает жесть. Он еще одного толстосума зафигарит сюда. Это сейчас к вам придет жесть. Не с такой сумой. Он это имеет в виду. А, ну да. Не, а... На короля? Кстати, это грустно. Там на самом деле спам ящерками, он просто алгисплом убивается. Гул'дан додосили. А вот это смогли предвидеть? Неожиданно. Так, ладно, вот этого посмотрим, что за морпех. О, у него колющая атака. Кайф. Есть показатель здоровья, это существо выше 70%. А, ну я как раз впереди построил в целом. Все как надо. Не, голем уже 2500 хп. Кекс, ты что, их стакаешь? Не хватает дерева. В чем дело? Так, то есть надо морпехов фигачить, получается. А, блин, я все деньги потратил. Ну ладно. Когда-нибудь я это сделаю. А у тебя героя, что ли, нет, Кекс? Нет, у меня еще нет. Нифига ты. А часики-то тикают. Что тебя беспокоит? Текс. Не хватает дерева. В чем дело? Золото или дерево не хватает, определитесь-то. А, скорость атаки у морпеха супер быстрая, окей. Нельзя, как я и предвидел. Постройка, что тебя беспокоит? На нас напали. Блин, опять не хватает денег на этого челика. Чувствую, это вечная проблема. Ну ладно, все, сейчас коплю. Что случилось? Бэх. Кого продавать-то? О. Не надо никого продавать зачем-то. Пик попадешь, конечно, по твоим юнитам, блин. Забавно, я хотел то же самое сказать. Не, ну у тебя хотя бы големов я продаю, которые жирные. Хотя бы это. А если мне надо было кого-нибудь маленького выцепить, то я бы задолбался вообще. Постройка завершена. Я видел это во сне. Не, ну мне все нормально. Если бы ты с этими своими големами не читерил бы, вообще было бы хорошо. Читерский я. Интересно, а за сколько дают за высших друидов? Наверное, не так много, скорее всего. А, тоже десятку, то есть тоже с ракет, получается, за них дадут. Не хватает золота. Что случилось? На нас напали. В чем дело? Вы не думали отбиваться начать, например? Правая команда. Не, зачем? Вот оно что. Не думали, да? Подумайте на эту тему. Хорошая идея. Ну, у нас-то нету Гул'дана читерного. Ну что, Гул'дан читерный получается? Ты же тащил против него, не? Так он там имбу всякую настроил, все. Я видел это во сне. Короче. Гул'дан, не строй имбу, ты че? Дай людям-то поиграть. Я могу, получается, друида сразу продавать. Я уже который раз об этом думаю, но почему-то не делаю это. Так. Я вон уже 8-й грейд, между прочим, делаю. Вы же можете Starfall какой-нибудь взять. Ну, я уже взял. Блин. Хиллинг-вард гадский. Кекс делал. А я думаю, сейчас продам наконец друида. Что-то у меня дамажит издалека. И я этот хотел его продать. А ни черта.
дерево. Земля дает мне силы. В чем дело? Что случилось? На нас напали. Что тебя беспокоит? Так. Что тут есть-то? Что можно продать? Ничего. А, ты в тыл зашел, Кекс, так нечестно. В чем дело? Это как бы ты зашел в тыл. Ну, с какой-то стороны, да, смотря куда посмотреть, конечно. Что случилось? Так. О, можно еще грейды делать на дерево, ё-моё. О, ракетик есть. Это называется, по-моему, подмена правды. Подмена правды. Постправда. Так, а у меня же есть выжигатели манны. Чё бы мне выжигатели манны не сделать, как вы думаете? Правильно. Можно же сделать. Как раз против моих юнитов, которых куча манны. Ну там у тебя этот, магичка. Чисто поди ее, да? Ты против каждого юнита отдельно. Да, да, да. Так я же одного юнита. Против одного. За этого 16 всего дают. Вообще невыгодный. Так, черепаха. Па-па-пам. Так. Что там? Надо купить какую-нибудь ауру, я с этой мыслью уже сижу минут 10. А, ну все, у меня очередной, в очередной лимит я уперся. В принципе, теперь точно можно купить какую-нибудь ауру. Что тебя беспокоит? Бах. Офигеть, голем жирный, но у него уже совсем не было хп. Я прожал и что-то... а у нас короля бьют, а что это такое-то? Я вам сказал собраться, но не настолько же. А вот все, собрались. Собрались, так собрались. Не хватает золота. Так, я тогда возьму атаку, крит и скорость атаки, чтобы прям вообще быть молодцом. А, блин, уже все потратил. Не хватает дерева. Я видел это во сне. Тыкс. Оп. Что тебя беспокоит? Не хватает золота. Вот оно что. Как я и предвидел. Окей, бежим сюда и покупаем командные ауры. Оп. И крит осталось взять. Но когда я их буду улучшать, это вопрос, конечно. Не хватает дерева. Вопрос вопросов. 8-10 я сделаю, наверное, этого достаточно. Скорее всего, больше-то грейдов. Не надо. А герой продается вот этим спылом? Не, он не продажный, наверное. Он не продажный, Вадим. Вот это ты хочешь всех продать, видишь? Я хочу всех продать. Я хочу продать не всех, а только самых дорогих. Так, командная аура на крит. Ну блин, а у нас все кроме меня что ли протекают? Я не понимаю, я супер так нормальненько прохожу. Не, ну Гул'дан-то меня убивает. А, ну видимо, когда Гул'дан тебя не гасит, то все плохо. Так, какую еще взять командную ауру? Ну у нас король, кстати, не сильно загрейженный. Я сейчас погрейжу. Так, сопротивление к магии. Ого, за твоего Монорота 72 голды дают. Ты продаешь его? Конечно. Так он же не продается. Еще на меня нагнал. Я думал, ты тактика имел в виду. В смысле, какой тактикой-то? Ну, с пылом своим, который продает юнитов на базе. Ты просто кильнул? Кильнул его, имеешь в виду? Ну, с золотым прикосновением твой. Так работает на героев это или нет? Ё-моё. Тактика тоже, по-моему, кстати, работает. И золотое прикосновение работает. Так ты говорил обратно. Вы определитесь уже, алё. Работает, не работает.
Блин, а мне свапать-то особо не хочется, если честно. Потому что у меня самые сильные лейтовые... А, блин, а сколько у него хп? 491, алё. Не сработало. Ладно, придется... Ну, у меня самые сильные в лейте юниты, вот эти вот вороны. Ладно, придется качать лимит. А ты камень не воткнул, что ли, Кекс? Нет, еще, конечно. В смысле, конечно? Так я тебя сдерживал кучу волн. Сдерживал? Так у тебя больше вэлью, чем у меня. Ничего себе ты опасный. Ну. А, Гул'дан, сильны химеры именно первые, вот эти вот, да, с мэджик атакой за 500? У которых сплэш, да. Блин, не успел продать твоего героя. Ну и они тем более неплохо по этим... По легкой броне, которая у големов. Меня уже отбивает Кекс. Вот не, ну когда-то ж моя тактика должна сработать. Какая тактика? Ты думал, это бесконечно будет? Тактика без инкома? Так. Город уже осуждают. Меня реально гасит Кекс. Экстра неожиданно. Блин, а если я сейчас не буду проходить, то все, что ли? За Эмбом? Или вот этого Боба, или как он там? Сделай. Кого? Толстосума строить? Толстосума, да. Странно. Не знаю, кто это, но... Как я так огребать-то начал? Я надеюсь, что все еще вернется. Блин, а я демона построил, его походу ты бахнул. Она вернется. Она тебе что там обещает что-то? Писец, а я что-то как-то не супер сделал. А, еще не добил голема. Вы че? Кекс, скрытый прогеймер, латентный прогеймер. Так, че, делаем вот этого манновыжигателя. Этот Кекс просто с алкоголем, его надо настоять. Я настаиваю. Что? Так, надо еще какую-нибудь командную ауру взять и не грейдить ее. Как полезный товарищ. Правильно. Надо героя, что ли, гасить. Ладно, вроде все нормально. Че, ты собрался как-то, жесть. Да, я сильный. Да я не понимаю, у тебя так юнитов всегда мало. И сплэш делать как-то не хочется. Правильно, не надо. Ищи Гул'дана вы додосите, алло. И так сложно. Вижу, что Тусфорс пишет, но при этом у меня всегда ожидание от администратора. А, нет. Нет, увернулся. Ладно, давайте стрим. Ну, включите кто-нибудь стрим из нашей команды, чтобы он там все видел. О, у меня... Ну, из нашей команды это либо Корик, либо ты. Как бы вариантов. А, да, логично. Very логично. Блин, продемонстрируйте экран. Warcraft. Я, блин, записываю видео. И еще экран тут демонстрирую. Смотрим, что у Дима там. Это конфиденциальная информация. Вот оно что. Так а что, я строю... А, блин, лимит на этих виверн, химер. А, ну я зато свапнуть смогу. Кайфово. Все это засвапаю. В чем дело? Смоляной страж. О, минус арморная тетка. Найс. Так. А, фермы не хватает, ё-моё, косяк. Чей? Так, а где герой? Как бы понять... Оп! О, 72 за героя, кайф!
8-10. Так, ну по... Гул'дан, что, тебе уже строить что-то или нет? Да можно, да. Что строить? Голема апнуть. Какого голема? Вот этого, да. В левую. У тебя, наверное, еще деньги есть? Еще надо одного? Ну, можно, да. Все. Кайф. Так, а у меня лимита опять фул, ё-моё. Мне командные ауры, что ли, улучшать? Не понятно, что делать. Но, с другой стороны, если я начну просаживаться, конечно, своей линии, то будет беда. Полная. А, я иллюзию продал, ну я красавчик. Вот я поэтому и не хотел с Блейдмастером связываться. Так 72 же, по-моему, вылезло. А, вылезло? Maybe. Так, давай что-нибудь у тебя построим быстренько. Земля дает мне силы. Что строим? Да, можно ауру купить просто командную. Я и так прохожу вроде. А как тебе купить? Я не знаю. А так нельзя, наверное, да? Отстой. А где твой персонаж? Я не вижу персонажа. А вот. Так. А, нет, все равно мой магазин. Ну да, отстой. О, как я прохожу хорошо. Так, 2500, надо срочно... Ладно, тогда все-таки делаем улучшение, наверное. Ну да, на 1500 влепим кого-нибудь. А потом буду командные ауры улучшать уже. Ну ты этот, говори, пока думай, Гул'дан, что тебе строить, я построю. Или свапать, или стражить. Драконов можно просто. Драконов? Драконов можно просто, да, да. И в каких? Первых, вторых? Да в первых, я думаю. Ну походу денег там еще, я не вижу, сколько у тебя денег. 800 еще было, нормально. Так, а смоляной страж нужен вообще? Вот имеет смысл Т7 да. Юнитов достраивать? Ну, смоляной страж, он минус по морде. Массово? По-моему, да. Кентавров я двоих построил тоже. И там один из кентавров, он улучшается в... Который ауру дает. Блин. А, ну вот, у меня сзади как раз есть слот для этого кентавра. Вижу. На наших союзников напали. Постройка завершена. Это во сне. Но он на милишников ауру дает. Ну, добежит-то когда-нибудь. Все равно главное, чтобы жил. Земля, помоги мне. Блин, кентавры, конечно, будут одновременно станить. Блин, надо еще кинга грейдить. А у нас грейдил кинга-то Гул'дан. Че, давайте что-нибудь еще построим. Свап. Гидры? Да. Что у тебя так мало юнитов почему-то? Ты дорогих строишь? Первых, вторых? На первых, я думаю. Ну, я стараюсь, да, подлеть, строить тех, которые, ну, типа, меньше еды требуют. Ну, и плюс я в ауры вложился, на там, по-моему, типа, 3 ауры, которые только на мою линию загрейжены, и одна загрейженная на все линии. Так, мне, видимо, надо свапать, чё? Я построил этих стражей. Как я и предвидел. На нас... Так, о, гастролёр. Блин, тогда этих просто продам, нафиг они не вперлись. Построю двух гастролёров. Что у меня денег до черта. А спиритлинк имеет спиритлинкера смысл строить? Да не особо. Блин, а у тебя уже... Ой, тебя уже гасят? В чем дело? А можно на другой линии, получается, продавать? Да, да. Не-не-не, нельзя. Так не разрешаю. Блин, так, ну, мне надо линия. Срочно проходить. А танки сильные, да, наверное, подлейт? Они нормальные. Дорогие. Ну, вообще, подлейт не особо. Да? А чё под, ну, чё подлейт имеет смысл строить? Ну, из того, что у тебя есть, я бы сказал, ничего. Ну, какой ты суровый. Так, а, так у меня лимит максимум. Я тогда сейчас пойду ауру улучшать.
Ну, вес... вообще тактикой можно продать кого-нибудь. Там, например, построить бронзового дракона для ауры. А, он же аура воздуха, да? Так воздуха-то особо и нет. В смысле, у меня химер миллион. Ох, это химера, да. Так это имба вообще. Нифига всегда вовремя это... Вовремя ворвался. Ой. Ой, я какой-то королевский гнев прокачал. Не гневайся там, И пар королевский. Гневаюсь, да, гневаюсь. Так, чё ещё надо сделать-то? Чё-нибудь тут прокачивается? Мне лень читать, сколько это стоит. А, всё, все деньги потратил. Так, Гул'дан, давай. О, нормас, еще одного задосили. Уже с вашей стороны. Ну, он как бы не сказать, что сильно держал удар. Вроде возвращаюсь, блин. О, держись. Нет, не убирай. Я держусь. Гул'дан, что делать? Магмовых можно. Магмовых. Ну, я бы свапал. Свапал? Загробников у тебя нету? Да, да, их надо строить. О, Вадим не френдли, у меня уже 12-й грейд. Дети, Виджа Буля все игру ждал, чтобы сказать это. Ой, Виджа Буля. Так, что делать-то? Блин, а смоляной страж у меня уже был. А, ящерицы же сильные, но у меня, блин, место... Да. Ящерицы сильные, да, прям? Ну, а этих орков можно попродавать, они уже довольно бесполезные. У тебя... А, тактики нет. Я там нашего короля гасит. Надо. Так. Ничего себе. Это надо строить. Это имба. А, фермы нету. Да пофиг, этой штукой продам. Ну, это аура сильная. Так, ну и надо ферму тоже фигачить, получается. Или не, я сначала тогда все ауры доделаю. Ничего себе, я полезный вообще для командной. Так, Гул'дан, давай этот минутка строительства. Аура вампира нужна? Вампироса, да, да. И что еще? Пуджа можно и того, и другого. Впереди, да? А, лимит, по-моему, закончился. Надеюсь, правильных построил. Не особо там. Ну да, да, и того, и другого. Ой, нет, в смысле, в правильных местах. Блин. О, ракету уже продал. Мне же еще продавать надо постоянно. А у Некроса вроде нет ауры, да? Так что нормально. По-моему, есть. Или я путаю с чем-то. Или с ЛТД путаю. Ой. Ну, в ЛТД точно есть. А здесь непонятно. Кто там так течет? Нифига! Я этот, я про геймер на Гул'дане. Что тебя беспокоит? Кек, собирайся. Собирайся. Он уже разобрался. Мы тебя выгоняем. Собирайся. Собирай вещи. И уходи. Толстого бей. Толстосума. Куда? О, вроде попал куда-то. Непонятно куда. Так. Все, лимита все еще нету. Делаем тогда вот эту штуку. Ну я вон кучу командных аур сделал. Так, минутка Гул'дана. Да всё? Ты и так там у Гул'дана уже нормально застроился. Ну да, да. О, вот этих, да, строить? Да, да, да. Не строй там. Я же не против ливера. Зеленый дракон нужен? А, ферма нужна. А, нет денег. Ну ладно, нормально. Там 6500 дерева накопилось нормально. А, за тебя засылать надо, ё! А не можешь, ты за себя будешь засылать. Да? Ты же можешь на другие линии засылать, я там Корику засылаю. А, я тебе вампира зафигарил, получается. Ну ладно, ну ладно. Не хватает земля дает мне силы. На нас напали, в чем дело? Земля дает мне силы. Вижу. Так. Есть кого продать-то? Кто-нибудь продается у тебя, кекс? Продажные. Да, я думаю, да. Есть продажные? Так, все, у меня 40 лимита, надо что-то строить еще. Ящериц надо строить. Земля, помоги мне. Постройка
Еще танки. А, у меня я же свапал уже. Места нету. Мать земля, помоги мне. Нифига. Вот оно что. Как я и предвидел. Можно еще в Артес предметы перекладывать. Так а он же первого левела, блин, делает, когда перекладываешь, да? Разве? По-моему, нет. А, ну я могу продажу продать свою. Кстати, да. Так, я могу ее заюзать и продать. Вот это вот стратегичная тема. Оп. 500 золота. Так, командную ауру еще какую-нибудь зафигарить, продать ее, передать ее в Артеса. Чего? 205 хп. О, 30 регенерации здоровья. Мне больше нравится. А как передать Артасу? А вот перенос приспешника. Оп. А где мой приспешник? Оп. Кайф. Все, тогда надо еще одну командную ауру какую-нибудь. Мы, походу, проиграли. Да нет, не может быть. Так, приспешник. Нет, 9-0. Че, слишком сильный Гул'дан, да? Да, даже после вылета вас харасит. Давай, король, давай! Блин. Че, победа! Блин, по-моему, впервые мы потели, чтобы сразу две линии играть. Ну это просто меня не было. Да, кстати, я думаю, что так играть. Спасибо, что посмотрели видео до конца. Поддерживайте выход новых роликов лайком и подпиской. А при желании на Патреоне и донатах ВК. Там же вы можете заказать карту для следующих видео. Все ссылки в описании. Ладно, всем пока.